А вот Димону Медведеву опрокинуть бутылку другую, а то и ящик другой, не помешают никакие сбои. Ведь оказалось, у того отлажен личный канал поставок элитного вина из его личной тосканской винодельни. Авторитетное издание The Insider раскопало. Несмотря на санкции, винишко с медведевских виноградников регулярненько прибывает на его столы в России. Он эту винодельню заделал еще до войны. А уж после, учитывая его больное творчество в сети, для жалкого Димона выпивка, конечно, продукт стратегический. И журналисты подметили, оказывается, очередной шедевр кринжовой публицистики тот выдает аккурат после таких поставок. Ну, точнее, через пару дней, видимо, с бодуна. А как же там элегантно обходятся санкции? Все по классике. Кипрские офшоры, фонды прокладки, однокурсники-виноделы. И хуже всего, что даже когда и этот канал перекроют, у жалкого Димона все равно останется собственная винодельня в Краснодарском крае, еще одна. А она производит 150 тысяч бутылок вина в год. Так что не просыхайте строчить бред, Медведев откажется разве что когда у него и печень тоже откажет.